Согласно отчету изменений среднего курса национальной валюты Азербайджана по отношению к доллару на период до 2024 года не ожидается. Он останется на уровне 1,7 манатов к 1 доллару. Как отметил эксперт Эльшат Мамедов, по внешнеторговому обороту в Азербайджане сохраняется достаточно позитивная динамика. Наблюдается положительное сальдо торгового баланса страны, а золотовалютные резервы значительно превосходят всю денежную базу внутренней экономики государства. Эти определяющие факторы, по его словам, позволяют обеспечить стабильность курса национальной валюты. Тот факт, что в течение последних лет курс азербайджанского маната сохраняется на стабильном уровне, является крайне важным с точки зрения планирования инвестиционной деятельности, с точки зрения планирования экономического управления в стране в целом. Я думаю, что это политика, то есть политика продолжения сохранения курса маната на стабильном уровне, безусловно, должна быть продолжена. И тем более мы можем с уверенностью говорить о том, что сохранять курс в течение еще долгого времени на стабильном уровне возможно, полагаясь на важнейшие макроэкономические индикаторы. По прогнозам аналитиков агентства S&P, в следующие три года по сравнению с текущим годом ожидается рост внутреннего валового продукта страны. Инвестиции, направленные в основной капитал Азербайджана в этом году, увеличатся на 2,8% и составят почти 23% от ВВП. Что же касается незначительного спада ВВП в этом году, Эльшат Мамедов считает его естественным по причине карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса, оказавший влияние на весь мир. В дальнейшем с приростом валового внутреннего продукта, конечно же, улучшение показателей, связанных с нормой накопления, то есть соотношением инвестиций к валовому внутреннему продукту, в первую очередь должно обеспечиваться за счет прироста инвестиций, за счет, в первую очередь, развития института внутреннего кредитования в стране, что должно позволить наращивать инвестиции в опережающем формате. Именно опережающий прирост инвестиций становится основным драйвером экономического развития в целом. По мнению эксперта, в Азербайджане имеются все предпосылки для увеличения инвестиционных потоков в экономику страны. Отметим, что в прошлом году средства, направленные в основной капитал экономики страны, по сравнению с текущим годом сократились на 2,3% и составили более 17 миллиардов манатов, или 21% от ВВП страны. Гюльназ Касымова, CBC.